Мы в аквапарке. Мы в аквапарке. Кассы на втором и на третьем этаже. О! Балкончик. Прикольно. Это мы в аквапарке на третьем этаже. На третьем этаже тут кафешечка. Мы только приехали. По номерам. Браслетики такие у нас. Давайте посмотрим свысока на это все. С третьего этажа. Конечно, не Dreamtown, который закрыли. Ой, сколько людей! Вон горки, там видно очередь. Ой, боже мой, сколько людей. Это экстремальные горки, насколько я знаю. Прикольненько. Вот, горка в виде такой маленькой ракетки. Да, людей достаточно. Лёшка, помаши рукой. Лёша. Вот небо открытое тут. Открываться. Сейчас пойдём покушаем. Ну, горки крутые. Идёмте посмотрим, что есть тут покушать. Так, салатики. Салат белиски. Какой-нибудь салатик отдается. Ой, спасибо. Так, салатик. Это можно брать уже? Да. Вот такие вот салатики. Может, окрошку взять? Что тут еще есть? Что вы будете? А я не знаю, может, окрошку взять? Что вы будете что-то существенное кушать сейчас? Это мясо. А курочку с ананасами? Там есть. Что-то интересное. Такая вот курочка с ананасами. Бифштексы, котлета по-домашнему. Ну, цены нормальные, в принципе. Не так бы и дорого. Ну, там бар. Замороженное есть. Вот что мы заказали. Болоньезе, салатики, окрошка, мяско. И там бассейн. И горочки. Конечно, меньше, да. Там горочки. Люди. Thank you.
сейчас никого нету.